Финальный поединок в красном углу. Алексей Маслов, спортивный клуб «Лев», город Москва. В синем углу. Белгородскую область, Виктор Немков. Весовая категория до 86 килограммов. Алексей Маслов является победителем прошлогоднего международного турнира памяти Георгия Павловича Гугаленко здесь, в городе Жуковском. Спортсмен в красной куртке. Хорошо, бросай. Вторая минута поединка. Еще, да. Пойдет. Давай, сюда, бей. Пойдет руки. И бросок, Витя, тяни. А ты что делаешь? Что не проходит? Ну, остановить поединок. Спортсмену в синей куртке делается первое предупреждение за проведение запрещенного действия. Оценку Б спортсмену в красной куртке. Две минуты прошло, секундометрист. Две минуты. Не бойся, побейся нормально, побейся. Смотри, что ты делаешь. Бей, работай. Давай. Накрывай. Забегай, накрывай. Вот так закрывай, работай. Скручивай, все, через бок, уходи. Руки забрал и уходи. Руки забирай, уходи, через бок. Скручивай. И руку смотри. Садись. Так на него. Садись. Вот так, грамотно, грамотно. Садись, давай. Садись. Делать болевую часть в синем поясе. Но не до конца, время поединка. Первого периода поединка, подчеркиваю. Победу одержит Немков. Белгородская область. А Маслов Алексей становится вторым призером.